Сейчас вот пока у меня работник яму копает для Берты. А я тут хожу вдоль Хрещёвского шоссе за лесополосой. Это вообще, конечно, ужас. Еще говорят то, что собаки бездомные наводят там свинство в городе, там беспорядок. Вот это все делают люди, это не собаки, ребят. Видите, что? Пластик, эти, как его, канистры из-под масла. Это просто груда. Это просто груда. Я вот, если честно, в последнее время стараюсь сортировать мусор, хотя это очень, ну, не сложно, а так скажем, долго времени на это уходит, много. И нет у нас еще в городе достаточно как бы контейнеров. Но вот так вот, одно дело там вы на свалку, да, куда-то свезли, там, контейнера, да, вот это вот все. Зачем в лес-то вывозить? Ну, это же кошмар.